Алло. Роднуль, ты оборвался, командир просто подошел, палево было. Ты очень... Это Господи. Сам. Короче, мы тут домой, нахуй, собираемся, это, ну, расторгаем. А кто мы-то? Ну, мы с пацанами так решили, нас. Короче, потом все расскажу домой, когда приеду, ну, по телефону все не расскажешь. Короче, ну, петля здесь, нахуй, начинается, вообще жесть, нахуй. Народу положили, блядь, пиздец позавчера, блядь. Просто молодых пацанов, блядь, ни за что, блядь. Ну, не знаю, когда. Короче, мы сегодня будем писать, нахуй, это, блядь, рапорта, нахуй, короче, о расторжении контракта, нахуй, с несоблюдением условий, нахуй, это, ну, короче, армии российской, нахуй. Тут дохуя чего они, нахуй, косяки порят. Ну, нехуй нам тут делать, это мы так решили. Мы, блядь, 2 месяца, нахуй, сука, за них тут воюем, они, нахуй, нам даже ни копейки еще, нахуй, не заплатили.